Оксфордско-машиностроительном колледже. При начислении стипендий детям-сиротам, детям, оставшимся, социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, неверно применены требования законодательства Оренбургской области, регламентирующего порядок начисления такой стипендии, в связи с чем размер социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, составил 734 рубля 85 копеек вместо 1102 рублей 50 копеек. В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратуры района в адрес директора Оренбургского машиностроительного колледжа внесено представление. Мы связались непосредственно с самим образовательным учреждением, где нам пояснили ситуацию, которая развернулась вокруг них. На данный момент действует постановление правительства Оренбургской области от 12 сентября 2011 года, номер 829. Им установлен размер стипендии, в размере, значит, который составляет 426 рублей в месяц. Вот вышеназванное 423-е постановление предусматривает, что детям-сиротам следует повышать академическую стипендию на 50%. В связи с этим они у нас получают 734 рубля 85 копеек академическую стипендию. Ну а, соответственно, социальную мы рассчитываем 1,5 коэффициент, умножаем на 426 рублей в месяц, то есть на тот размер, который установлен постановлением правительства Оренбургской области. Мы считаем, что закон мы в данном случае не нарушаем, требования постановления правительства не нарушаем, а минимальный размер государственной социальной стипендии начисляется правильно. Рассмотрение представления назначено на 17 февраля. Стоит сказать, что недавно в городе произошел похожий случай в Оренбургском техникуме транспорта имени Солнечникова. В связи с этим директору техникума тоже внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа. Олеся Колпакова, Самрат Ишимов, Василий Анпилогов, городской телеканал ЮТВ.